Я за березовкой начнусь. Что-то сегодня березовки-то не было. За обедом нет-то, с собой пошли тоже. Где она у тебя? Как далеко. Это утро раннее сегодня у нас 6 августа. Володя пошел за березовкой. Где же она у него? О! Это я вот так закрываю. Так вот у меня закрыто. Вот. И соломкой. Тут я закрыл тоже. Чтобы вот это да. Холост сохранялся. А от каждый раз открывать это много работы. Я вот конечно, так... а ты так раз и все. Вот так, видишь, залазит по волщинному. А там только как фонарики глаза у этого у рыжего. Тут уж ничего не увидишь. Еще вылез. Там мышей нету. Я им сейчас косточки-то отдал, а белый бежит, и в зубах у него мышка. И мышку бросил, и давай эту есть. О. Вылазь теперь. Сейчас подождите, еще рано. Что ты, все, испугался? Без тебя там съели косточки. По полторашке. Это что ты ж? Они пять... у меня в воде лежали, потому грязные такие. Там весной вода стояла. Вот. Там вода стояла? Да. Я в воду спускал просто и все. Вот как интересно. А в городе там чужие лазят по подвалам. Увидал, что делаю. Все. Соломки. Дырочку заткнул. Все. Понятно. Так. Это вам? Сейчас возьму.